привет! С вами Виджевери, и я продолжаю играть в Bad Redhead The Tame Chase. Итак, снова много букв, английских букв. Это немного сбивает с толку. Но не волнуйтесь, я не буду все это зачитывать, но я могу в двух словах примерно пересказать, что тут описывается. Итак, внезапно объявились инопланетяне снова, двое, и говорят главному герою, что они вроде как знают, куда подевался Фията, но для того, чтобы до него добраться, надо отправиться в Древний Египет. И, собственно говоря, главному герою ничего не остается, кроме как отправиться в Древний Египет, потому что он очень хочет увидеть Рэйчел снова. И, собственно говоря, на самом деле, я использовала чит-код, потому что я пыталась снимать летсплей по данному, как сказать, в общем, снимать летсплей по этому уровню, но поскольку у меня было 0 жизней, я все время сливалась. Поэтому после 100-500-го раза я решила, что да ну его нафиг, плевать на хайскор, я лучше введу код и нормально сделаю летсплей. Потому что это реально у меня заняло где-то, ну, 40 минут, блин. Я пыталась пройти эту хрень, у меня не получилось. Но сейчас у меня есть 4 жизни, и это круто. Собственно говоря, код, который используется для этого уровня, я написала в описании. Итак, здесь вместо черепах располагаются деревянные платформы, которые движутся по воде. И чтобы активировать некоторые из них, нужно найти рычаг. Так. На самом деле, после леса вот этот вот Египет, он, блин, выглядит гораздо более приятным, потому что, ну не знаю, как-то после всех этих корявых веток, подземелья, вот, а даже просто вот эти стены, они выглядят как, не знаю, цивилизованнее. Хотя это и древний Египет, но египтяне все делали на совесть. К тому же, вот что я хочу сказать. Судя по всему, мы находимся в какой-то пирамиде, учитывая, сколько тут ловушек, но с другой стороны, возможно, мы находимся не в пирамиде, потому что тут вот можно видеть, собственно говоря, пирамиду неизвестного фараона, возможно, Хеопса, возможно, Тутанхамона. В любом случае, непонятно, на самом деле, где мы находимся. Сохранюсь-ка я. Ну, здесь поменялась вся, так скажем, флора и фауна. И, с одной стороны, это хорошо, потому что меня уже достало это все. Вот тут вот у нас появились рыбки. Очень милые, кусающиеся рыбки. Змейка, как вы уже видели змейку. Ой-ой. В общем, змейка здесь, судя по всему, вместо улитки. Ну, а из тех, что было, остались только летучие мыши, ибо Бэтмен вездесущ. Тут вот статуя котейки. И это правильно, потому что, собственно говоря, египтяне, они поклонялись кошкам. И там я вижу что-то внизу. Я боюсь, что там потайный ход. Ой, хорошо, хорошо. Этого нет, отлично. Превосходно. Прекрасно. Ауч. Кстати, вот такие вот огнеплюи. Они также будут в замке. А в замок мы попадем
достаточно... Ой-ой-ой, да что ж мне не везет-то так? Тут достаточно не скоро мы попадем в замок, учитывая, какая я корявая. Но в любом случае, у меня сейчас есть две жизни, это не ноль жизней. И хотя я их растрачиваю направо и налево, но я надеюсь, что мне все-таки немножко повезет, и я, собственно говоря, все же смогу пройти этот уровень. Потому что в тот раз это действительно было немного геморно, потому что у меня было ноль жизней, повторюсь опять. И я их тут же растрачивала. Вот здесь я смогла добраться до сюда, и все. Здесь у нас находится потайной ход, блин, потайной находится здесь. Здесь опять надо быть аккуратными, чтобы собрать на скорпионов не попасть. Змее наподдавать. Да блин, не нам поддавать, а змее. Что-то я вообще... Видимо, я совершенно разучилась играть. Видимо, геймерство у меня выветрилось из крови. И я уже по праву могу называть себя нубом. Особенно меня бесят вот эти платформы, потому что я всегда либо... Я ошибаюсь, в общем, в том, насколько быстро они выкачиваются. Появляются. И из-за этого тут раз в пять сдохло. Вот такой вот я лох. Да. Вот я лох. Но, во всяком случае, это лучше, чем ничего. Ой, нет. Ах ты тупой кузнечик, я ж тебя убью сейчас. Я отомстила мышь, но не ты. Да блин, да что ж такое-то невезучесть-то, а? Мне надо снимать фильм, хотя уже есть, конечно, фильм «Невезучие», но для меня точно надо снимать фильм. О, три жизни. Я надеюсь, я их не потеряю. А то есть я запросто могу их потерять, я ведь такой лох, собственно говоря. О, вот вы и видите. Я очень неаккуратная, неосторожная и вообще... Вообще очень много эпитетов ко мне можно отнести. Неаккуратная, неосторожная, грязнуля, которая тут развела беспорядок на столе, из-за чего не вижу экран. Но с другой стороны... Все-таки иногда мне удается проходить игры. Хотя эта игра достаточно простая. Это же всего лишь рука, да блин. Но я туплю. Хотя, знаете, мне кажется, наверное, это из-за того, что я... Ой-ой. Вот это я зря сделала-то. Я зря же это сделала. Мне же надо было... В общем, это я не соберу уже. Смириться нужно с этим. Потому что там летала мышь, и эту мышь надо было убить уже после. Ну, точнее, как бы ее надо было убить и при этом напрыгнуть и собрать. А я этого не сделала, потому что я дура. Не сообразила. Забыла опять все. Но у меня все еще две жизни. И я все же постараюсь их не потерять. Вот это место ненавижу. О, потайной ход. Какая-то бешеная крыса. Рататуй, что ли? Рататуй, что ты тут забыл? Да ладно, он уже мёртв. Его тут даже нет, он испарился. Так, вот сейчас мне надо быть аккуратно с этими штуками. О, вот так. Да
Даже не верится. Я добралась до сюда. Я до сюда еще не доходила с моими нулями, блин, жизни. Что толку это все собирать? Ай-ой-ой. Все равно мне хайскор уже не получить. Тут где-то должен быть потайной уход опять. Но что-то мне неохота сейчас никуда ныкаться, тыкаться, чтобы найти этот потайной, блин, ход. Ой. Потому что это, блин, бредово. Может тут? Да стопудово. Ха-ха-ха. Я прям Ванга. Скоробей, блин. Скоробей, меня не бей. И на его бей. Да. Я опять несу какую-то хрень. Мне правда жаль. Потому что изначально я действительно хотела, чтобы мои летсплеи были интересными. И чтобы в них не было бреда. А я его несу и несу. И никак не перестану. Вот, блин, в этом Египте прям себе Индианой Джонсом чувствую. Ну или во всяком случае этот пацан себя должен точно чувствовать Индианой Джонсом, потому что... Ну потому что, блин, тут столько этих всяких... ловушек. Опа! О, она не считает? Ой, шикарно, шикарно. Пацан, ты лох, ты знаешь, что это? Я криворукая. Мы с тобой, блин, пара идеальная. Ты лох, а я криворукая. Блин, да убей же ты эту крысу. Блин, ты тупой пацан, блин, ты мне чё устроил, блин, а? Ты же мне тут все жизни, блин, все жизни прозевал. Ну что толку собирать эти монетки, мне надо уйти. Ой, ты... А, так, все, спокойно, спокойно, в этом выпуске я не должна психовать. Я должна в какой-то веке вести себя спокойно. Но я боюсь, что мне не удастся вести себя спокойно. И снова ноль жизней. Но я, блин, так и думала. Блин, ты не накрыла рукой. Я валю нафиг из этого места. Валю, потому что мне капец, ё-моё. Мне чаец, чебрец. Не знаю, как еще сказать-то. Что-то быстро этот уровень прошло. Наверное, потому что... Мне просто кажется, что это было быстро. О, господи. У меня снова ноль жизни, и мне, по-моему, опять придется использовать код, чтобы опять сюда попасть и не сдохнуть, блин, потому что я ж корявая. Руки у меня кривые и растут не с того места. Мало того, что их выпрямить, их еще вытянуть оттуда надо, и это гораздо сложнее. Что сделать? Ага, вот что надо сделать. Надо нажать АП. Рыжий АП. Пацан, ты рыжий АП? Ой, а там оно есть? Там есть? Там есть? Нет? Нет, здесь есть тоже потайной ход. Тихо-тихо, пацан. Тихо, не психуй. Аккуратненько. Аккуратненько. Хопа. Потайных ходов есть. Да ё-моё, пацан. Да... Да пацан, блин. О. Я не хочу, чтобы ты сдох опять. Это не круто. Потому что дохнуть это не круто. Что-то мне кажется.
Нет, не кажется. Ага. Да я прям не знаю, я прям гений, черт побери. А не, не, не. Ой, ой. Главное в воду не упасть, потому что я всегда падаю в воду, как кошки падают на четыре лапы, я всегда падаю в воду. Потому что я такая вот невезучая. Опа. Ай. Что я хрустнула? Иди сюда, змея. Змеюка подколодная. Ой. Ух ты. И что, мне сюда, типа? Ого! Ой, а там стопудов потайной ход. Ну да, я знала, я знала. Так, что я в этом выпуске молчу, ничего путного не говорю. Интересно, почему? Ну, я обычно никогда путное не говорю, но с другой стороны, я просто... Вот в этот раз я действительно не знаю, что мне сказать-то. В самом деле не знаю. Ай-я! А почему я не знаю, что мне говорить? Это все потому, что я вроде уже все сказала. И ничего интересного не осталось. Я же не Википедия, нет? Ой, что-то мне кажется, что там потайной ход. Но мне так боязно туда прыгать. А что, если я сорвусь опять в воду? Мне нельзя в воду. Нельзя в воду. Ни в коем случае. И не просто в воду нельзя. Мне вообще сейчас надо быть очень осторожной. Опа. Да я, блин. Я, блин, не настолько плоха вообще-то, если подумать. У меня ноль жизни, но я еще жива. Это заставляет задуматься. А так уж ли я плоха на самом деле? Опа. Вот зачем мне... аккуратненько. Отличненько. Хорошо, что я туда не запрыгнула. Опа. У меня одна жизнь, я ее опять сейчас просру. Извиняюсь, конечно, за такие слова. Ну, что я еще могу сказать? Это же я. Я обязательно потеряю эту жизнь. Обязательно. Так, а куда? Я там забыла что-то собрать. И мне, наверное, надо вернуться, но... Один! Так не пойдет. Не пойдет, так я сказал. Вот так-то лучше. У меня есть еще одна попытка, и на этот раз я пойду назад. Я ведь давала себе обещание, что я буду все собирать сразу. Так какого же лешего, спрашивается, я делаю? Я должна собрать там все, неважно где, неважно что. Я уже рифмами заговорила. Так. Вот здесь у нас ништяки, причем очень полезные. И как это, собственно говоря. Монетки! Эй! Там кузнечик. Шел нахрен.
Ай-ай. Ты думаешь, меня скусило и можешь спокойно сбежать? Да? Вот правильно, что я сюда вернулась. Тут не только ништяки, но еще и рычажок. Так. А там наверху опять вот дробилка, блин. Судя по всему. Судя по звездке, которая... Кстати, здесь откуда звездка-то? Египет? Древний еще. Так что я не знаю, она просто пыл. А, вот она. Дверь, ну, блин, мне надо не в дверь, мне надо туда, блин, опять. Туда, блин. Куда, блин? Туда, блин. Опа. 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 Так, здесь тут аккуратненько. Убиваем скоробейчика. Собираем вот это вот все. Не рискуем. Тут не рискуем. Ой-ой. О, пасворды. Так. Ой-ой. Пугает меня, думал. Ага. Это как-то это немного пугает меня. Совсем чуть-чуть так, знаете. А я знаю, что тут. А здесь у нас. Я в него скорпиона. Хотя на самом деле это плохо. Скорпионы наши друзья. Во всяком случае, я по зодиаку скорпион. То есть, получается, я убила себя. Да, блин! Чё ж такая криворукая? Я! Раз, два, три. Отлично. Прыжок. Еще раз. Еще раз. Отлично. Ну, вот уже лучше. Ай. А, мы могли бы убить еще одного скорпиона, но увы. Я в этот раз окажусь немного более. Ой-ой. Как он поскользил по этому бревну, я даже испугалась. Отлично. А теперь опять назад возвращаться? Что ж такое, да? Это не круто, не черта. Это же мне надо наверх. Раз, и два, и три. Отлично, скорбей мертв. А дальше мы должны... Оба. 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 Я что-то забыла, но, возможно, я это соберу однажды. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ништяки, ништяки и свободная бомба. Ништяки! А вот оно что такое на самом деле. Вот оно что, вот оно где, блин? Где собака зарыта, а? Тут надо осторожненько. Опа. Потому что я не хочу умирать. Умирать это плохо. Умирать это не меня. Меня. Так. Неужели я соберу все? Не, нельзя радоваться сразу. Потому что потом окажется, что я что-нибудь забуду обязательно. Мне нравится этот саундтрек, особенно после того, как очень-очень-очень-очень долго ходишь по лесу. Этот саундтрек кажется просто манной небесной, но, если очень долго ходить по Египту, то и этот саундтрек начинает надоедать так сильно, что просто сил нет. Но я надеюсь, что это не затянется слишком надолго. Хотя, хоть надежда умирает последней, но...
Вот чувствую, здесь какой-то потайный ходик. Нет. Ну и плевать. Ну и плевать на это все, наплевать. По идее, можно убивать всех этих рыб. Но, нет, я не хочу их убивать. Это снимает лишнее время. Так, вот лишнее время, блин, опять ноль жизней. Блин, мне, блин, надо начинать уже брать себя в руки. А то я так никогда не пройду эту чертову игру. А ведь это простая аркада, которая проходится на раз-два даже. Детьми, неопытными, разве что, я не знаю, парализованные инвалиды не могут в это играть. Так какого же черта, блин, я так лажаю. Я все-таки была права, здесь аж три этих штуки. Раз, и... Ох, я думала, она меня убьет совсем. Она меня не совсем убила. Это такой приятный сюрприз. У меня аж сердце замерло. Да, блинский, блин, меня же сейчас опять убьют. Ну что такое? Мне явно надо было сняться в фильме «Невезучие». Главные роли, блин. Честно, а есть фильм «Локи»? Наверное, должен быть. Мне, наверное, тоже там надо сняться. Потому что это прям про меня просто. Лох это судьба. Но я собрала жизнь. У меня вновь есть надежда на спасение. Но какая от этого радость? Так, тихо. Мне надо понять, что мне дальше. Тут слишком много всё происходит. Тихо, блин. Мне надо собрать вот эти. Ох, я их собрала. Ой. Я, блин, собрала все, кроме монеток. И где я забыла чертовы монетки? Там стопудов где-то есть потайной ход, но мне плевать. Я ухожу, все. Итак. Мы собрали тут, получается, бонус 10 400. Еще нам дают парольчик. Хотя его, наверное, никто не запомнит. Проще потом зайти на сайт Чемакса. Но, думаю, вот тут вот и надо закончить, потому что уже дофига долго играю. Надеюсь, в этот следующий раз не буду столько лажать. Большое спасибо за просмотр, за то, что слушали мой бред. Пожалуйста, оставляйте комментарии под видео. Оценивайте, если хотите. Собственно говоря, на этом все. Удачного дня. И до свидания.